чувствуете ребенка? Нет, он хороший. Да, мамин? Да, они все хорошие. Хороший. Как назовете? Как назовете? Как? Нет, ребенок, часто купаете, начешете. Thank you.
Воскресенский район. Ждем. И вот она, наша ежевика. Сейчас. Привет. Ну, привет. Привет. Чего ты боишься, да? Кто? Маленькую боишься? Можешь выходить? Открытишь? Ух, побольшой собак. Большой собрать, вот и не приходу.
новые хозяева наши. Ждем, не дождемся. Да. Наши красавицы. Дождались, да. Сейчас. Маргоша. Ой, ты умница, умница, ты приехала. Маргошечка, Мосенька, не бойся, маленький. Не бойся. Скажи, мы так долго ехали, целых 3 часа. Да. Бедняжка, открываем? Да, давайте. Маргошечка, давай. Нет, не продаем. А как она бесценна. А как ее открывать? Так. Ну, Марго. Маргошка, давай выходи, пойдем. Скажи, я тут держусь всеми лапами. Марголь, выходи, пошли. Давай, Маська. Давай, пойдем, умничка. Пойдем, иди сюда. Ася, ну проходи. Ася, проходи. Это теперь твой дом. Проходи, мой хороший. Зюзи, это Ася. Будете теперь тут вместе жить. Ой, заходи. Ой, скажи, ничего не пойму. Проходи, иди к Софии. Софи, зови ее. Иди, 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 Ася, иди, заходи, иди. Сейчас она понюхает все. Проходи. Проходи, давай. Ася, проходи. Софи, зови ее. Ну ты встань вот так ко мне иди, чтобы она к тебе подошла. Зови ее. Вот так, иди, иди, Ася, ко мне. Иди. Вы не поверите, Потапычу так понравилось зеркало, он думает, что это другая собака. И он стоит возле нее и все время хвостом виляет. Это первое. Второе, спал всю дорогу в машине, как убитый. Сейчас вышли, он пописал, спокойно зашел в лифт, спокойно зашел, сразу пошел, сел. Я даже не знала, что он умеет лапы давать, он нам тут лапы дал. Суп поел. Я, честно говоря, обалдела. У меня собаки суп не ели, но я все-таки решила попробовать. Мы ему купили уже поводок, а вот в шлейку мою, которая у меня была, собака не вошла. Сейчас поеду покупать ему шлейку, потому что в 8 часов вечера нас ждут гулять все наши собачники. Так что сегодня у него знакомство будет с друзьями Тедди.